привет! С вами Лиза Алексеева, и сегодня делаем вторую часть распаковки с дня рождения. И у нас такая огромнейшая коробка с золотым яблоком. Ну что, погнали делать распаковку? Красота! Просто красота! Спасибо! Та-да-да-дам! Да! Моя прелесть. У меня здесь вот такая огромная коробка. И я хочу распаковать ее вместе с вами. Я уже ее открыла, распечатала из пакета. И хочу вместе с вами вспомнить, так сказать, освежить в памяти, что же я заказала, какие же продукты. Может быть, что-то посоветовать. Может быть, просто показать какие-то новинки, которые я, соответственно, заказала. Вот, ну, желаю вам приятного просмотра и поехали. Ну и чтобы вы понимали, насколько тяжело мне дается сегодняшнее видео, я приехала в квартиру, думала сделать офигенную распаковку, и тут мои соседи затеяли ремонт, который слышно безумно сильно. Я проверила и на камере, и в принципе его слышно. Я уже здесь второй день, я, если честно, уже не могу, ребят. Это очень тяжело, когда ты уже заехал в дом давным-давно, и приезжают новые покупатели, покупают квартиру, и ремонт начинается просто 24/7. И все приходит вот в таких вот штуках. И я не буду при вас распаковывать, прям я буду прерываться на те моменты, когда я буду очень сильно шуршать. Вот, потому что многие слушают либо тихо, как я говорю, вот, и начинается громко, поэтому буду прерываться иногда. Итак, первая моя покупка – это вот такая миленькая корзиночка. Эта корзинка с крышечкой очень миленькая, очень вместительная. Я думаю, я сюда буду вот так вот складывать свои украшения. Мне кажется, это очень милым. Она реально выполнена в таком прекрасном-прекрасном цвете, поэтому мне очень нравится. Также я заказала вот такую прекрасную палетку теней мне от Catrice. Мне сказали, что именно эти цвета мне идеально подойдут под мои зеленые глаза. Вот. Мне сказали, что эта палетка идеально подойдет под мои зеленые глаза. Поэтому по советам многих визажистов, которые меня красили, я наконец-то спустя года два заказала ее. Будем что-нибудь пробовать. Краситься я не умею, что-то именно делать такое необычное. Я делаю свой обычный макияж всегда, привычный для меня, но попробуем сделать что-то из нее. Ну что, следующий продукт мне безумно советовали. Это блеск, гигиеническая помада. Я не знаю, как это правильно назвать. От Шик. Она очень классно, говорят. Эта помада борется с трещинами на губах, безумно классно защищает в зимний период, особенно губы. И он заменяет масло, он заменяет всякие защитные средства для губ и еще имеет SPF 15, что очень важно. Поэтому я заказала, не смогла пройти мимо, я безумно давно это хотела заказать. Все средства, мне кажется, которые сегодня я буду показывать из этой распаковки из золотого яблока, я безумно хотела заказать. Поэтому это один из этих продуктов. Я безумно рада и буду пользоваться, уже протестирую, но я уверена, что мне он подойдет, потому что его хвалят все. Следующий продукт, который я хочу показать, это вот такая тушь. Я ее не пробовала, но у нее безумно классная щеточка. У нее вот такая вот щеточка, пушистенькая. И ее очень-очень многие хвалят. Поэтому я не смогла пройти мимо и ее тоже взяла. Также прикольно, кстати, здесь дракон нарисован, поэтому мой год следующий, дракона как раз, поэтому я не смогла ее не взять. Следующий — это скульптор. Я подобрала максимально похожий ко мне оттенок. Вот. Он в стике идет, и мне кажется, он прикольный, потому что моя сестра сказала, что очень прикольный.
Вот, а она шарит в косметике очень даже хорошо, поэтому заказала, будем тоже тестировать, пробовать. Обычно я пользовалась сухими продуктами, это продукт совершенно другой, вот, поэтому будем тоже пробовать, тестировать. Следующий продукт, я его не пробовала ни разу, но это очень классная маска-реконструктор, по мнению многих-многих бьюти-блогеров. Такой маленький тюбик, 150 миллилитров. Я отдала за него 1300, где-то так примерно, рублей. Не бюджетный, но говорят, что очень классная маска, реконструктор для сухих, поврежденных волос. Это то, что мне нужно, помимо того, что они у меня осветленные, пушистые, пористые. Так еще и сейчас началась зима. Холодное время года достаточно. Ну и, конечно же, мне такой продукт нужен. Буду пробовать, тестировать. И обязательно в запрещенной соцсети потом покажу свой результат. Следующий продукт – это, конечно же, моя любимая Дальба, уже полюбившаяся. Этот продукт для волос. Это сыворотка с парфюмерным остатком. Она придает волосам блеск и увлажняет. Вот такая вот формула. Она двухфазная, ее нужно просто взболтать. И вот, пожалуйста, уже она слилась. Аромат вот... Я не знаю, как передать этот аромат. Все продукты Дальба, у меня есть сыворотка с белым трюфелем также, все продукты от Дальба, они безумно ароматные и безумно, вот, что называется, роскошь на лицо и роскошь на волосы. Это вот все про Дальбу, правда. Не знаю, как они сделали такой идеальный продукт, который просто заполонил всех просто девчонок, и, ну, это даже... Мне кажется, что этот продукт действительно достоин стоять на месте любых других сывороток для волос. Вот. И так же, как и сыворотка для лица от Дальбы. Вот. Эти продукты – это действительно те продукты, которые, за которые не стыдно и не страшно заплатить такую сумму. Этот спрей я взяла за 1700 рублей. Вот. Но он действительно стоит своих денег, поэтому я ни капельки не сомневаюсь в нем. И, конечно же, та-да-да-дам, мое любимое. В моих руках вот такая замечательная коробочка. Я ее безумно ждала, я безумно-безумно рада. Ну что, начнем ее распаковывать. Я счастлива, я счастлива. Так. Это фирма Китфорд. Здесь прекрасный такой велюровый, очень приятный на ощупь чехольчик. И мы достаем сам продукт, самый главный. Это прекрасная плойка, выпрямитель для волос. Но вы знаете уже, наверное, я люблю ей делать кудряшки. Получается, выпрямителем получаются самые классные кудряшки. Первый раз я попробовала сделать такие кудряшки еще в школьные годы, когда я ходила на хоккей к своему мужу, будущему, сейчас нынешнему, настоящему. И я ходила, делала вот такой плойкой. Но пришло время поменять свою старую-старую плойку, которой уже больше 5 лет, и я решила взять вот такую беспроводную плойку. Сейчас сделаю распаковку, покажу, как она работает. Вот ее зарядная станция. Она подключается к розетке, к питанию. И эта плойка становится на, собственно, свою зарядную станцию. Она заряжается. Потом мы просто снимаем ее с зарядки, включаем, и она работает.
Мне кажется, это очень удобным, потому что все мои плойки, все мои брашинги, щетки, фены и так далее, они все проводные. Даже Steampod, который я покупала, он тоже проводной. Провода постоянно пылятся, постоянно путаются между собой, поэтому мне кажется, это безумно удобным решением, особенно если я захочу куда-то взять в дорогу, чтобы провода никакие не использовать. Просто берем эту станцию, просто ее складываем и берем с собой, так же, как и плойку. Дорогие мои, ну вот и все, распаковка подошла к концу. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Дайте знать, если это так, чтобы я делала больше для вас контента. Ставьте свои сердечки, комментируйте, подписывайтесь. Мне безумно все это приятно. И я жду от вас этого. И, конечно же, спасибо. Надеюсь, вам понравилась распаковка. Я очень хотела с вами поделиться этими средствами. И надеюсь, что какие-то вас зацепили. Это было для вас полезно. Я вас целую, обнимаю и до новых встреч. Пока-пока!